А как старики японские 80 лет там сальты делают всякие? Бывает? Бывает. В клубе «Зу», зоопарк. С каким животным ты себя отождествляешь, то бишь миздаэ? С котом. Много спать, много есть и все. С каким животным? Большим? Слон? Корова? Вам. Я знаю, какое мы животное. Мы клабарзаур. Дельфин, там черепаха. Кролик. Почему кролик? Ну не знаю, мне все говорят, что я на зайчика похожа. Я говорю по-французски, не по-русски. В общем, это дискотека «Зу», но здесь нету животных. Но самое мое любимое животное – это собака, это друг человека. С жирафом. Еще один вопрос, пожалуйста, пожалуйста, один вопрос. Лара сегодня 23 года, она уже давно уже совершеннолетняя. Люблю тебя. Большое спасибо всем, они вот махают дальше кулембау. Замечательно, молодой человек. Желаю счастья, удачи, любви, всего-всего-всего самого. Давай, опа, горько, опа, горечко, горечко. А ты начал не фуляй? Я просто обожаю эту девочку, она вся самая умничка. Вот, вот сюда, она умная девчонка. Она, я не желаю ей ничего, она всего сама добьется, молодец. Единственное, что я хочу пожелать, это женского счастья, чтобы Лара оставалась всегда такая, как она есть, и все топали с Ларой. Ты лошара, ой, как это грубо. Ну ладно. Да, не буду лошара, топай с Ларой. Интересно. Она не лошара, она говорит, что ты лошара. То есть как бы смотрит на того, понятно.